Ух ты, и снова я, Александр Криволап, печеней. Ребята, опунция зацвела. Опунция у нас растет на клумбе, на улице. Мы ее отсюда вообще не убираем. Она и зимой, и летом. Опунция или зимостойкий кактус. Его еще называют. Опунция или зимостойкий кактус. Разводится черенкованием, можно так сказать. Взять, отломать кусочек и мокрую землю пустит корень. Опунция наша. Цветет. Опунция. Смотри, какая. Ближе, 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 ближе. Иголки очень колючие. Здесь, когда цветется, семена очень-очень много. Когда дозревают семена, очень-очень много. Но колючие. Я не знаю, мы не пробовали разводить ее семенами. Ну, в этом году можно будет попробовать. А что? Может, что и получится. Ну, все, ребятка, всем пока-пока, до скорого. С вами был Александр Криволап, печенеги. Опунция или зимостойкий кактус. Ну, вот отцвели. Отцвел наш кактус, зимостойкий кактус, и появились плоды. Сегодня 3 октября 2020 года. Посмотрим на наши плоды. Что же есть в плодах? Сорвем, ребятка? Давайте сорвем вот этот. Вот этот. Вот этот. Вот этот кактус. Ай. Вот. О, есть иголочки, есть небольшие. 1, 2, 3, 4 иголки. А остальные пропадали. Или осыпались. Не знаю, ребят. Ну что, разрезаем, посмотрим, что в середине кактуса. Как вы считаете? Давайте посмотрим, да? Берем ножичек. Срезаем вот здесь. Чуть-чуточку. Раз. Срезаем здесь. Так. Это ложим в тарелочку. И срезаем шкурочку. Снимаем шкурочку. Раз. Смотри. Шкурочка снимается очень легко. Очень легко. Очень легко шкурочка снимается. Раз. Плод красного цвета. Темно-красный. Плод темно-красного цвета, сочный. Разрезаем, да? Давай. Разрезаем. Оп. Смотрим, что там. О, смотрите, сколько там семян. Много семян. Семечек очень много. Убираем семечки. Убираем семечки. Угу. Так. Смотри, сок бежит прямо. И пробуем на вкус. Семечки я, конечно, кушать не буду. А вот плодик мясистый. Попробую.
Ребятка, сочный, вкусный, сладенький. Напоминает вкус, наверное, дыни. Спелой дыньки. Обалдеть, очень вкусно. Я сейчас один скушаю этот. Напоминает вкус дыни. Сочной дыньки. Смотри. Ну что, кушаем, да? Я семена выбрал и кушаю. Очень вкусный. Вкус сочной дыни. Это семена, ребята, смотри. Я не знаю, садить можно или нельзя их. Не знаю. Смотри, сколько семян. Это в одном плоде зимостойкого кактуса. Ну, считать я не буду, потому что время забирать у вас не буду. Смотрите, сколько. Но все равно попробую. Ребята, косточки или семена твердые. Семена или косточки очень твердые. Раскусить тяжело. Но я не стал дальше кусать. Раскус не надо. Ну все, ребятка. Всем пока-пока. До скорого. С вами был Александр Кривола, печенеги. И наш зимостойкий кактус, который растет у нас на улице. Украина, Харьковская область, поселок Печенеги. У нас на этом месте растет и зимой, и летом. Ну все, ребятка. Пока-пока, до скорого. С вами был Александр Кривола, печенеги. Пока-пока, ребят.